По наказу избирателей руководство 8-й школы депутат Тюменской областной думы Инна Лосева приобрела для учащихся уникальный информатор. Такой сегодня есть только в 8-й общеобразовательной. Дорогостоящее оборудование включает в себя множество функций. С помощью информатора дети могут воспользоваться электронным расписанием, проголосовать за Югру, почитать новости, узнать о событиях, которые происходят в стране. Инна Вениаминовна Лосева нам постоянно оказывает помощь. Вот в этом году, в годовщину нашей юбилейную годовщину нашей школы, она нам подарила школьный информатор. Это удивительно интересная вещь и полезная вещь, которой может пользоваться каждый ребенок, каждый родитель. На этом школьном информаторе можно получить самую разную информацию о происходящих событиях в школе, войти в электронный журнал, войти в расписание, на сайт школы, в группу ВКонтакте. Таких школьных информаторов у нас в Югре почти еще нет. Это московская тема, и то не во всех это школах. Информатор дает возможность каждому ученику, родителю обратиться к панели и получить информацию, которая необходима. Эта информация разнообразна. Она касается и школьной жизни, она касается событий, которые проходят в городе. Для ребят и для учителей это очень важно. Поэтому этот проект, который сегодня только начал реализоваться, потому что электронная база пополняется. Рабочая группа будет подбирать актуальную, интересную для обучающихся информацию.